Ну что ж, всем доброе утро. Мы продолжаем в нашей студии. Напомню, находится сегодня Екатерина Рубейкина. Николай Команцев. И наши гости. Алина Пехтерева, Арина Пехтерева, Анастасия Дмитрачкова и преподаватель по вокалу Татьяна Галиновская. Да. Да, и сегодня мы представляем такой новообразовавшийся дуэт, который состоит из двух совершенно самостоятельных артистов. Уже перечни заслуг мы перечисляли. Девочки, вот как вам в дуэте работать? Вот. Нету конкуренции? Как? Это же совершенно другой вид деятельности. Конечно же, сольно тоже хорошо, но дуэтно, когда поешь двухголосье, оно развивается слух и тоже очень хорошо. Но работается тоже отлично. Так, а Настя, ты что скажешь? Тоже отлично. На день рождения друг к другу ходите? Да. Так, ну, на национальном отборе мы представляем песню «Музыка Вселенной». Кстати, девочки, это единственные представительницы Могилева в этом году, да? Там какая-то очень жесткая конкуренция, да? Немножко да, тянут. Да. Выбрали 10 номеров, из них только 2 номера не минских. 8 минских, 1 Брест, по-моему, и Могилев. Вот. Достаточно жесткая конкуренция была, ну и вообще очень достойные конкуренты у нас. Минское лобби там в этом году. Татьяна, вот ваша студия «Ангелы добра», то есть мы вот с 2009 года на слуху, а вот 2011 Лидия Заблоцкая, когда она представляла нашу страну на Евровидении, это было просто. Сложно готовить, ребят? Сложно, конечно, каждая песня – это переживание, это ответственность большая. Вот ответственность – это самое, вообще, самое сложное, самое тяжелое, когда ты понимаешь, что от тебя чего-то ждут, и нужно не обмануть ожидания родителей, слушателей. Это тяжело. Ну, как идет подготовка, вот, придумывание песен, написание песен вот для этого конкурса? Вначале мы придумываем тему. А работаю я не одна, а вместе с Алисой Ткачонок. Это наш хореограф, но нельзя сказать, что это просто хореограф. Это моя правая рука. Мы вместе вот просто создаем от идеи, о чем будет песня, до самого последнего завершения вместе. Вот. Сначала идею мы придумали, как вот в данный момент, то, что девочки разные, что они солистки. Вот, и идея была такая, что их объединяет только музыка, потому что они противоположности. Вот. А затем мы дали задание композитору. Денис Маненок написал замечательную эту песню. Вот. С текстом у нас не ладилось очень долго, потому что никто нам не мог написать то, что мы хотим. Мы и так, и так, и так. И буквально за 2 недели до отбора мы сели с Олесей Владимировной и написали текст вдвоем. Mm-hmm. Девочки нам помогали какими-то фразами. Вот, и мы сели, написали буквально за полтора часа. Коллективный штурм. Девчонки, Арина, Настя, скажите, а вам самим песни нравятся? Очень. Что вот больше вам в ней нравится, в вашей песне? Там все рассказано про нас, то, что мы все-таки разные. То, что я более характерная, а Настя более нежная. Ух ты! Там так и поется? Да. Сейчас услышим. Да. Но все равно, что нас объединяет музыка, и что мы все равно... Да, и мечты. Отлично. Какая у вас мечта? Конечно же, первая мечта наша – пройти на Евровидение. Ну, хорошо. Тут мы, допустим, решили, 99,9%, что все получится. А вот скажите, вот действительно, о чем вы мечтаете? Вот, Арина, о чем ты мечтаешь? Я мечтаю пройти на Славянский базар. Так. Ну, вот как бы еще. Хорошо, Настя, а ты? А я мечтаю с Ириной пройти на Евровидение. Ух ты, молодцы. Ну, девчонки ставят вполне конкретные цели, и многие из них уже достигнуты, судя по вашему послужному списку. Татьяна, вот такой вопрос. То есть каждый номер, каждый старается как-то удивить, не повториться. Вот какая изюминка у музыки Вселенной будет? Изюминка – это сами девочки. Вот. Мы в этом году не делали, естественно, никакой подтанцовки, они дуэт, да. Они сами будут танцевать, выполнять какие-то движения немыслимые, вы это все увидите. Ну, пируэтов никаких не увидите, но интересные моменты вы обязательно заметите в этом. Вот. Им достаточно сложно, они будут постоянно двигаться, не просто петь, что раньше более такие нежные песни у нас были на Евровидении, баллады, а вот сейчас у нас вот такая песня, быстрая, темповая, им сложно, они поют двухголосие, что раньше они не делали практически никогда. Вот на Арину ложится партия второго голоса, это очень сложно. И вот как-то постараемся удивить именно их характерами, их индивидуальностями, их эмоциями и чистотой исполнения, надеюсь. Так, идеально подвелись просто к тому, чтобы исполнить. Кусочек. Фрагментик. Можете даже трио. Ты, я, мы,
такие разные два крыла. У одной мечты нас связала музыка вселенная, вместе я и ты. Браво! Я тебе знаю, какой у меня будет рингтон. Спасибо. Спасибо, девчонки. Вот за эту песню «Музыка вселенная» надо нам будет голосовать. Когда? Татьяна? В пятницу, 25 августа в 22:00. Прямой эфир. Включайте и отдавайте голоса. Под каким номером, девочки? Под номером? 7. О, 7. Счастливый номер. Да, телеканал «Беларусь 1» будет транслировать и «Беларусь 24». Да. Так что, кстати, ну, вот песню наши телезрители могут послушать на страничках, ну, индивидуальных страничках наших конкурсанток ВКонтакте. Вот. Так что слушайте, делайте правильный выбор, ну и давайте поддержим. Хорошо. 25 августа. Все решается. Да. И вот, вот. Послезавтра. Через пару дней. То есть вы в Минск едете завтра? Утром. Сейчас самое... У вас, девочки, сегодня сколько репетиций планируется? Наверное, два раза. Еще примерка костюмов. Вот, а потом с костюмами еще надо... Мы не будем спрашивать, какие костюмы. Я понимаю, что вы это готовите для премьерного показа на 25 августа. Мы желаем одного, чтобы было все хорошо. Вот. Говорят, что мои пожелания сбываются. Это правда. Да. Николай Викторович напророчил победу не одной начинающей звезде, поэтому... Даже и нашей. Да. Поэтому искренне. Милые, дорогие, единственные представители нашего региона на этом конкурсе. Наши маленькие отбора. Ангелы добра. Да. Хотелось бы вот пожелания всем нашим телезрителям вот в начале рабочего дня. От вас. Пожалуйста. Да. Я желаю счастья, здоровья, успехов в жизни, чтобы они стремились к своей мечте. Когда выходные отдыхали, но и работали, когда задают работу, там, например, или школьников, там, например, а в рабочие дни, чтобы у них все было хорошо. Арина. Я тоже желаю всем счастья, здоровья, чтобы их мечты обязательно сбывались, чтобы они стремились к своей цели, и всего им хорошего. Хорошо. Татьяна, ну и завершая. Я просто повторюсь немножко. Мне кажется, что нужно верить в свою мечту, и все обязательно получится. Рано или поздно. Главное, чтобы были всегда рядышком ангелы. Ангелы добра. Девушки и девочки очаровательные, прямое тому доказательство, что если поставить цель, то обязательно к ней придешь. Ну что ж, спасибо большое. Мы желаем вам только победы. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Спасибо. Напоминаю то, что уже 25-го пройдет финальное шоу национального отбора на детское Евровидение, и наши могилевчанки будут выступать под номером 7. Голосуйте. Еще раз удачи. И продолжаем наше утро. У нас сейчас Анита Цой, а после поговорим о событиях 27 августа.